Представители казахстанских масс-медиа с профессиональным праздником поздравила министр информации и общественного развития Аиду Балаева. Глава профильного ведомства отметила, что миссия работников СМИ гораздо шире обычного информирования. Журналисты поднимают ряд самых актуальных вопросов общества и во многом благодаря их гражданской позиции и профессионализму в стране реализуют важные проекты и концепцию слышащего государства. К поздравлению министра присоединились известные политики и журналисты. Создался именно медиарынок. А рынок – это вообще борьба профессионалов с непрофессионалами. Поэтому, я думаю, профессионализм – это наш журналистов и наших работников средств массовой информации. Это единственное отличает – это профессионализм. Поэтому в этом направлении многое делается. И, конечно же, это зависит от подготовки кадров.